Всем салют, меня зовут Альтер, вы находитесь на канале Check It Out, и сегодня я вместе с вами решил посмотреть, что было дальше. Что было дальше? Анатолий Цой! Все, ну многие любят это шоу, и реально там бывают очень смешные моменты. И я уже сегодня начал смотреть его, но подумал, почему бы не снять реакцию и типа назвать Альтер смотрит там, что было дальше. Ну, хоть что-то вам другое посмотреть, не просто реакции там на музыку, вот вам, так сказать, реакция на шоу. Я думаю, уже есть такое, но, в принципе, на YouTube полно всяких разных реакций. Короче, уже не сначала будет, но тут еще история не началась, так что давайте заценим. Понятно, ты же парень? Что за история? Finish him! Ты Анатолий! Смех у Тамби, конечно, вообще огонь. Нет, это он здесь еще нормально смеется. Он когда с группой, он смеется. И микрофон. Так что по поводу возраста-то? Лет-то сколько? 30. 30? 30 а когда тысяч. Будешь вынимать из ушей херню? Не дают сказать, я пытаюсь с тобой диалог наладить. Ну, ты ответь, когда? Вот, в общем... Бля, это самое забавное отрицало в твою сторону было. Да, тебе пизда. Мне даже нравится, знаешь. Ты его держал вот так, почему ты... Нет, в смысле, я одет, он держал моего отца! Сегодня! Дед, отпусти меня! Теперь это все твое! Дед, а? Так, и что? Какой фальшивый смех. Все, разобрались. Слушай, твой дед, а ты сегодня, прическу расправишь, сделаешь вот так. Ты хочешь? У него как, как после войны флешбеки, там девочки летающие, там... Нет, нет, Кристина! Дедков, чё молчишь? А, кстати, рептилоид тоже молчит. Что-то я пропустил, да? Нет, нет, Кристина! Понятно. Ай, бля. Хватит! Быстрее, давай. Я пытаюсь. Да. Да, вы должны продать, короче, билеты, все организовать. И тогда вы в финале. И приз сами сделать вообще. Вообще, сами организуйте все, твою да. Здесь сюда бабки. Вы взрослые или нет? Что-то в жизни сделали? Давай, двигайся, бля. Так, и что? Приезжает к нам женщина. Любаша, а салатик расскажешь тогда, как ты делаешь салатик, вот этот, это вот этот с яблочком такой винегретик. Ой. Я тебе передам обязательно, извините, все, моя хорошая. Я тебе принесу потом, да. В общем, давай. Появляется... Дедков вначале был хорош, типа когда давай. Похлопать, чтобы, Сереж, перезвонить. Еще что-то до этого. Да-да. Чтобы нарезала аккуратно. Галочка, я все передам. Галочка, все будет нормально. Люда, а поехали, блядь, уже, поехали. Я каждый день у плиты стою, я тебе говорю. Все! Две минуты посидела с Любой. Две минуты побыла, блядь. Только встретились, не виделись, блядь. Тиран, ты козел, блин, ты понял? Я кладу трубочку, моя хорошая. Давай. Я думал, ты со мной говоришь. Да все, пока. Люблю, целую тебя. Пока. Так, и что, ты ел собаку? Ты здесь? А, звонит она и говорит, я ты же не в членочной, что ты сидишь? Членочная. Ну, на самом деле, немножко. Членочная, здравствуйте. Я вот сейчас с Любой говорила по телефону, она мне сказала, что... Алло, я здесь уже, приходи, скидки. Ой. Поехали, блядь. Выяснять, что дело, в чем дело. Начали люди орать на него, он всех выгнал. Оставил вот этих Валентина, Анатолия. И трахнул их. И в итоге... Веником. В итоге... Я так хотел пошутить. В итоге, спасибо большое, я выиграл.
Ты по-своему говоришь, во-первых. На каком-то своем. По-своему, брат, по-своему делаю я. Табаёб, ты чё? Уйбуй! 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 Лёш, у тебя, блядь, с пародиями вообще плохо всё. Чё случилось? И Толя все это время вот так смотрит на него. Она выходит, и она пернула. Леха, это не тот Меладзе, Леха. Ну да. В смысле не то? Ну, их два, Лёх. Лёх, смотри. Объяснись, Лёх. Лёх, есть два Меладзе. Первый день весны на краю всей земли. Да невозможно не петь. Нечаянно мы встретились с тобой. Адал первый снег. Ничего себе. И розы отцвели. И к нам пришла весенняя любовь. Она была отчаянно красива. Блин, люблю такие моменты. Красиво. Мы закончили. Ну а что не тот-то? Вот и тот сразу, вот и все. Ну, какой-нибудь приз, он сказал, но мы ей дали приз зрительской симпатии, и он нас за это вытрахнул. Да, какая версия больше всех понравилась? Жека Савин! Мне очень нравится мой тип. Это Жека, спасибо, что пришел. Он похож в порнухе, в групповухе, который просто стоит и дрочит. Даже не себе! Хорошо, давай. А может... Красава! Да, да. Слышь? А знаешь, почему это похоже? Потому что я тоже левша, братан. Ты левша, да? Ты левша? У меня тоже член слева, вот так. У меня вот здесь вот, да. Да, он да. Меня этот. Я тоже, кстати. Да. Это мы похожи. Почему вы, блядь, не советуетесь, когда зовете хупами кого? У меня в доме собирается огромное количество пыли. Эту проблему мне помогли решить мои друзья. Фу-фу. Айроботикс. Я думал, тряпки. Так, короче, дальше. Я приезжаю красивый, Юра приезжает ко мне. А когда ты некрасивый приезжал? Да. Все состоялось. Вот это дружба. Скрепили дружбу. Естественно. И дружим по сей день. Карточка есть? Карточка. Туда пойти. Он говорит, что трахаться идете. Дудь говорит. Ну. Я два раза сзади не могу. Я, говорит, я говорит. Ну, мои кореша. Ой, Дуде понравится. Все, Алекс, поднимут вас член выше, чем... Давай, давай. Останкинская башня. И дольше. Трахать все. Продолжай, Сереж, продолжай. Слушай, да вот нормально ж было там на моменте. Нет. Ну и все, вы такие, такой трахаться, Малафеев такой, блин, да я вроде хотел тоже, блядь. Давайте там чего? Только, вот говорит, ну ладно. Чем реальность. Иди, Юра говорит, да иду сейчас тоже, блядь. Я говорю, сейчас только руки заклею, блядь, чтобы, ну, детей не было, имен видно, блядь, я, ну, Дудь же, ну, вы представьте, Дудь чем дрочит, Данилой, блядь, или Аленой?
Не, вы серьезно, вы думали об этом? Татуировки детей на руке. Ну, ты вытираешь дерьмо, блядь. Данила, блядь. Спасибо, Сережа. Спасибо. Ой, это было прикольно. Рустам! Ну, да. Это было смело. Юра! 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 Кто? А ты бы что Путину сказал? Алексей, ну, стало быть, ваш вариант. Ну, самое прикольное было у рептилоида, конечно. Слушай, ну это круто. Вызовите скорую и Евгений, пожалуйста. Давай. Что было? У нас замена игрока. У нас все у нас. Что было дальше? Мои кореша. Все, Леш, спасибо большое. Попей водички. Из психдиспансера. Интересно, это они реально забирают эти подарки? В общем, ну вот как-то так прикольно. Не так клево было, как с Мигелем, или жестко, как с Майами. Но, в принципе, неплохо, да. Лена Кука, надо будет посмотреть второй выпуск. Я не знаю, когда будет, но когда-нибудь да будет. Пишите комментарии, как вам. Если вам понравилось такое видео, то мы продолжим и еще раз посмотрим. Или предлагайте, что посмотреть. Я, конечно, не знаю. Я, мне кажется, сейчас замучаюсь монтировать все это дело. Но что делать-то? Все. Спасибо всем за просмотр. Ставьте лайки. Всем пока. Check it out.